Всем привет! Выставка «Азарт» – наша 10-я юбилейная. В этом году она проходит в Титов-арена. И уже можно сегодня с уверенностью сказать, что все это было не зря. Это видно по количеству зрителей, которые находятся на выставке. За один день, по статистике, выставку посещают людей больше, чем другие выставки за весь месяц. Мы видим, что есть большой, и мы бы даже сказали по меркам Барнаула, огромный интерес к выставке, к молодежному искусству. Проходя по площади, в глаза бросается яркий, броский, красивый значок, который получился благодаря вот работе дизайнеров, серьезной работе. Взята буква из начертания выставки «Азарт» и вот эти часы – это десятка, это юбилей. Первый «Азарт», который он назывался маленько по-другому, 16 лет назад это было, Союз художников организовал молодежную выставку. Внимание к молодежному, ну, к подрастающим художникам было всегда. Выставки проводились Союзом художников, организовывались, они были обменные, они были постоянными, но так, чтобы вот сделать это брендом, чтобы эти выставки проходили с определенной очередностью, таких объемов количественно, качественно у нас не было. Для нас прошлый «Азарт», который был 2 года назад на Ленина 111, для нас он был прорывом. Мы думали, что это определенным образом наш потолок. В этих стенах в прошлом тысячелетии, в прошлом веке уже выставка была, и не одна. Они тогда прошли с большим успехом, они были грандиозно подготовлены, шикарно освещены в прессе, они были в периодике по истории искусств. Мы давно мечтали, чтобы повторить этот опыт 40-летней давности. И мы надеемся, что 23-й год мы примем выставку региональную «Сибирь». Ощущение, что нет перспектив, такого нет. У искусства вообще нет границ, нет высоты, нет низа, нет права, нет лева. Искусство – это такая самосуществующая субстанция, она в любом случае будет развиваться. Искусство не может стоять на месте. Даже стагнация – это все равно она сама в себе уже рождает какие-то новые формы. Если сказать несколько слов об участниках, то выставка за эти годы стала традиционной, и этот проект уже знают любители искусства не только Алтайского края Барнаула, но и всего сибирского региона. Это значит, что приехали наши друзья из Новосибирска, Кемерово, Новокузнецк, Омск, Республика Алтай. В этом году также мы пригласили для участия молодых художников из Владивостока. Также он стал заметен уже в Академии художеств, в Российской Академии художеств и под пристальным вниманием Российского Союза художников. Постоянно на выставку приезжают гости высокопоставленные. Это был вице-президент Российской Академии художеств Калинин у нас неоднократно. И в 2019 году он, анализируя наш «Азарт», сказал, что я, говорит, объехал много подобных выставок, но того, что вы добились на этой выставке подобного уровня по организации, по уровню подготовки, я, говорит, такого не видел. Я вам желаю добра и улучшения. В этом году мы четко продемонстрировали улучшения. Что хочется сказать о ребятах, которые участвуют от Алтайского края? Ну, большинство, конечно, это барнаульцы. Много приезжих, это Новоалтайск, Новоалтайское художественное училище нам всегда дает хорошие работы от талантливых ребят. У нас есть профессиональная подготовка в Алтайском крае. Это художественное училище, это среднее звено, и художественные вузы, это ИНАРГДИС и Институт культуры. Выпускники, ученики и преподаватели этих вузов, те, которые укладываются в рамки еще 35 лет, они гарантированно участвуют на нашей выставке. И причем очень хорошо. Это смотр молодых талантов от 18 до 35 лет. Это соревнование для молодых художников. По итогам этой выставки авторитетнейшее жюри отбирает лучшие работы. Номинаций в данном случае 6. Это живопись, графика, это
оригинальная графика, печатная графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и искусствоведение. В каждой категории определяется лауреат, определяются дипломанты. И по итогу всех будет отмечено, это около 80 награжденных только по линии Союза художников. Но также будут спецпризы, это от губернатора, это будет от города, это будет от Академии художеств, это личные призы. Здесь очень много экспериментов, здесь есть работа с книгой, работа с материалом, металл, стекло, витраж. Это вы все увидите. Но также и внутри каждого жанра, если вы будете смотреть внимательно живопись, то вы увидите все направления. От реалистической живописи, это абстрактная, это какие-то очень такие активные проявления. Вот когда молодой ищущий человек экспериментирует, много экспериментов. В данном случае молодежный формат выставки, он позволяет принять данные эксперименты и внимательно к этому отнестись. В графике вы увидите как оригинальную графику, и там огромное количество очень сложных графических техник. Это и обрезная ксилография, это линогравюра, цветная линогравюра, это эстамп. Так что специалисты получат истинное удовольствие, а любители увидят разные сюжеты. Есть еще интересная наша находка. На этой выставке при входе вы сразу увидите такие черные, очень красивые колонны с фотографиями и с текстом. Это история выставок «Азарт». Пройдя, вы увидите, кто становился лауреатом, какие регионы участвовали, где проходили эти выставки. Ну, и много очень интересной информации, исторической. Искусствоведы активизировались в последнее время. Если вы пройдете, посмотрите, огромные баннеры на этой выставке увидите. Это работы молодых искусствоведов. Есть возможность прямо почитать их работы как экспонаты выставки. Ну, не секрет, что мы живем в стесненных условиях. Нас ограничения поставили в определенные рамки. За дверями, значит, волонтеры и смотрители перекрыли дверь. Когда запустили 50 человек, померив всем температуру, одев на всех маски, и большая толпа стояла снаружи. Я первый раз видел, чтобы на выставку была очередь. Если бы нам сказали лет 5 назад, что вы будете проводить выставку в Титов-арене в таком масштабе, мы бы сказали, это просто нереально, это шутка. А нам зрители говорят спасибо, вот, смотрят с интересом. Часто спрашиваю зрителей, ну как вам, понравилась выставка? Да, говорят, понравилась. Интересно было посмотреть? Да. Эмоции очень разные. Один из людей говорит, у меня даже слезы появились на выставке. Для нас, для Союза художников, для художников и для молодых художников значение этой выставки мы осознаем и поймем спустя какое-то время. Сейчас вот все, что мы наметили, мы выполнили. Вот, мы поставили себе перед «Азартом 21» грандиозные задачи, и мы с этой задачей справились. Мы, конечно, устали. У нас, я не знаю, язык через это плечо или через это висит, но, в общем-то, мы сделали все, что задумано. И раз от раза растет уровень организации, уровень подготовки, уровень освещения, уровень финансирования и уровень участников.